Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман и уже традиционной нашей коротенькой рубрике, в которой я отвечаю на какой-то один маленький вопрос. Сегодня я вам хочу рассказать о алфавите. Морском алфавите, который звучит как Альфа, Браво, Чарли, Дельта. Почему не спелят эти названия типа S как доллар, V как птичка? Каждое слово в алфавите, оно настолько узнаваемо, что его нельзя спутать ни с каким другим словом в алфавите. Поэтому, если это альфа, это значит А. Если это браво, это значит Б. Точно такой же алфавит используется и в авиации, и точно такой же алфавит используют военные. Есть очень смешная история, когда человек учил эти слова, ему нужно было много спелить разных символов, и ему сотрудники в офисе, в гражданском офисе, поменяли листочек, и вместо папа это пи, они заменили на пенис. И он очень смешно спелил свой алфавит, используя букву П не по назначению. Но это из таких шуток-баек, но тем не менее. Все, проверьте, подписаны ли вы на наш канал, поставили ли вы лайк, и до встречи уже в эту пятницу. Пока!